В VIII веке в Византии состоялся собор, который утвердил почитание икон. Ныне в честь этого события в церкви празднуется особое торжество. В День памяти святых отцов 7-го Вселенского собора митрополит Омский и Таврический Владимир совершил божественную литургию в Омском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. В VIII веке византийский император Лев Исаврянин воздвиг жестокое гонение почитателей святых икон. А в 787 году против этой ереси царицею Ириною созван был 7-й Вселенский собор в городе Никее. На соборе присутствовало около 400 епископов. Они окончательно сформулировали догмат об иконопочитании. Икона как будто останавливает в этом потоке суеты, беготни дня. И взгляд на икону, и взгляд оттуда, взгляд Господа или Богородицы, добрый, теплый, немножко строгий, понимающий, настанавливает. И самое главное, что идет в сердце. Сердце настраивается на молитву. За божественной литургией митрополит Владимир совершил хиротонию студента Омской духовной семинарии Михаила Куличенко в диакона. Поклонение перед образом не выражает его обоготворение, потому что мы молимся не самой иконе, а Богу и его святым, изображенным на иконе. Как написали отцы 7-го Вселенского собора, честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней.